Но в любом случае здесь срочно нужно закупать новый подвижной состав. Потому что когда троллейбусы в городе выпущены в 2000-е годы, а все автобусы современные, ничего не будет удивительного в том, что люди такие: троллейбус старый, он убыточный, поэтому давайте мы все закроем, снимем провода и закупим экологичные автобусы с двигателем Евро-5, потому что это гораздо проще и экологичнее, чем троллейбусы, которые к тому же создают выбросы на теплоэлектростанциях. А поэтому я желаю Ярославлю как можно быстрее начать обновлять подвижной состав и закупить вместо этих старых кастрюль адмиралы, БКМы, МАЗы и другие современные троллейбусы с автономным ходом, USB-зарядками и прочими приблудами, которые необходимы любому современному транспортному средству. А когда троллейбусы станут такими же современными, как автобусы, то всякие умники перестанут говорить глупости вроде того, что троллейбус морально устарел. Конечно, он морально устарел, если подвижной состав не обновлялся больше 10 лет.